Добрый день, друзья. Сегодня у нас замена такого экрана на iPod 1367. Экран у нас идет вместе с тачскрином. Сделать его не очень сложно. Разогреваем стекло. Со стороны, где находится кнопка Home, снимаем шлейф, отсоединяем экрана. Он здесь находится. Снимаем все болты, которые здесь. Три одинаковых. 4, 5, 6, 7, 8. И вот этот болтик. 9 болтов получилось у нас. Далее, чтобы все это не откручивать, приподнимаем плату. Вот таким образом вытаскиваем. Аккуратно смотрите, здесь находится шлейф включения-выключения телефона, чтобы он не повредился. Вот так вот, чтобы вам было видно. Далее отстегиваем шлейф стекла. Достаем. Защитную планку. Соединяем антенну и кнопку Home. Далее берем двухсторонний скотч, обклеиваем по краям. С этой стороны и отсюда. Ставим антенну на свое место.
ставим кнопку Home по центру. Стараемся так, чтобы она ровно стояла, чтобы не была перевернута. Далее пристегиваем шлейф стекла, уже поближе, чтобы было видно. Ставим его на свое место. Далее защитный экран. Вставляем сначала пазы, которые находятся вот с этой стороны. И закручиваем. Вот эти три болтика, они одинаковые у нас по этой стороне, все остальные практически разные, поэтому старайтесь их запоминать. Два с синей меткой у нас идут вот сюда, сюда, они одинаковые. И с красной меткой самый длинный болтик, он закручивается вот сюда. Соединяем экран. Шлейф тачскрин должен быть изогнут вот в эту сторону. Обратите внимание, вот таким вот образом. Застегиваем экран, сгинаем шлейф, чтобы он находился вот в этом пространстве, на своем месте. Включаем. Пожалуйста, экран у нас заработал. Вставляем с этой стороны, где находится камера. Здесь вот, если видно, находятся пазы металлические. Вот наши антенны, они должны зайти за пластик. Вот таким образом ставим на свое место. Немного сжимаем, чтобы посадочные места склеились. Все работает. Вот таким образом. Всем спасибо за внимание. Пишите, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы. Всем удачного дня.